Ирина. Здравствуйте, я инвалид, до храма не дойду, что посоветуете? Папа пьет, меня это убивает, когда рядом просто немного выпивший. У меня внутри все кипит. Вразумите меня, чтобы я Бога не сердил и человека не обижал. Поскольку вы привязаны к месту и из дома не выходите, чтобы там до храма дойти, так, то вам ничего кроме терпения не остается. Переделать человека, особенно раздраженно переделать человека, то есть раздражаться и переделывать, не получится. Поэтому вам нужно находить какую-то нишу в доме, какой-то уголочек свой, чтобы не видеть, меньше раздражаться, не ругаться с отцом по этому поводу. Я больше не вижу способов, потому что те, кто исправились от терпения и любви, больше, нежели от крика, ругания и раздражения. В этом вопросе, как и в другом любом, крики и агрессия не исправляют человека. Поэтому наберитесь терпения. Ну, как вы молитесь за отца, это я не знаю, но молитесь Богу за него, как за отца, который вам дорог и который страдает.